Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил, и это Майнкрафт. Решил посмотреть, что за игра, попробовать, вдруг понравится. Так, играть в выбранном мире, создать новый мир, я на самом деле не знаю, как это все делается. Выживание, хардкор, творческий, неограниченные ресурсы, возможности полета и мгновение уничтожения блоков. Выживание. Мастерите, поднимайте свой уровень, следите за здоровьем и голодом. Вот в прошлый раз я немножко вот это вот здесь поиграл, и мне в принципе понравилось. Так, дополнительные настройки мира. Да давайте создадим. В общем, было мне было интересно даже. Несмотря что, как я думал всегда, что она детская игрушка, было довольно-таки забавно. Особенно, когда все стемнело, я понял, что это недружелюбный мир. И он... Хищников там больше, чем, я не знаю, даже... Больше, чем деревьев, наверное. Ну что же ты тормозишь-то? Это, я так понял, создается мир, да? И, наверное, каждый раз мир меняется? Здравствуйте, уточки! Ой, какой я... Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Что это я там взял? Эй, где ты? Какая она? Вот это. Вот эта уточка будет забита сегодня. А так вот. Что у нас тут? Перо. Нафига мне перо? Перо как ножик использовать? Так. Так. Цветочком рублю. Отлично. Опа. Пещерка. Подождите. Окей. Сейчас мы тут такую пещерицу сделаем. Хорошо. Я, правда, очень мало в нее играл и не знаю толком, что тут делать, но я знаю, что тут надо строить. Оп. Ничего. Давайте создадим доски. Дерево. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Новое достижение. Так. Крафтим. Майнкрафтим. Ну-ну-ну-ну-ну. Будем так прыгать, нет? Отлично. Сейчас вот это делается вот так вот. Доски из акации. Нифига себе. Хорошо. А как их всех переместить? Вот так. О, 16 штук. Отлично. Пока не стемнело, надо хороший домик сделать. Потом будет поздно, как вам сказать. Мне кажется, да, будет поздно. Потому что тут будут гулять зомби. Пауки, разные какие-то инопланетяне непонятные. В общем, мир будет злым. Злым. Так, где? Где моя пещерка-то? Я не понял. Слушайте, у меня же пещера была, по-моему, вот здесь, да? Если я не ошибаюсь. Вот она моя хорошенькая. Так. Интересно, а тут факел есть? Потому что как-то уже темновато. Оп-оп. Сейчас все сделаем тут. Такую лачугу сделаем. Ого-го. Так. Ну что? Это у нас длинный коридор. А это уже комната идет. Так. Только единственный минус, тут нету света. Долго я так буду рыть? Я ничего не вижу уже. Не, так не пойдет. А можно ли тут свет поставить? Если кто знает, напишите мне в комментариях. Ну, то есть факел зажечь там, я не знаю.
зажечь. Так, земля. Земли у нас очень много. Опа. Опа. Бесконечно можно делать, да, почти? Хопочки. Так. Может, больше окон сделать? Так, козлик, помолчи. Давайте посмотрим, что у нас там. Блин, тут же темно будет, если что. Если мы насквозь пророем. О, это кто, уточка тоже? Уточка. Уточка, я не знаю, кто там. О, ну наконец-то, зашевелилась. Родная. Сейчас мы тебя на шашлык. Убегает. Уу. Вот так вот. Так, кто тут еще лает? Так, ну ладно, хорошо. Пещерку мы сейчас сделаем. А что дальше? Цветочек. Цветочек. Ну. Я уже даже потерялся тут. Вот моя дверь, да? На самом деле, я не знаю, тут лучше пещеру делать или так строить дом. Давайте пойдем погуляем. Погуляем. Посмотрим на этот красивый мир. Вряд ли я сюда вернусь, конечно. Потому что я тут просто дорогу могу не найти. Ну, смотрите, курочки плавают. Че плаваем? Ушла отсюда. Какие-то они это... Не приспособлены к жизни. Потому что не убегают, ничего. Опа. Тихо, тихо. Как глубоко тут. Давайте уходим отсюда. А то так может кислород кончится. Хорошо. Не буду я больше плавать так. Да, можно на гору забраться. Ну, барашки. Барашки. Иди сюда. Баранина. Давай, 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 давай. Потом-то мы уже так не похозяйничаем. Ну что у меня тут? Эй. Эй, вот сюда иди. Шерсть. Курятина. Перо. Перо, нафига нам перо? Слушайте. Курятина. Баранина. Хорошо. Хрен с тобой, курятина, баранина. Что из цветка можно делать? Красный краситель. Пусть будет красный краситель. Желтый краситель. А если мы тебя смешаем? О, оранжевый краситель. Круто. Доски. Земля. И земли что можно делать? Ничего. Что это такое? Семена пшеницы. Краситель. Я что-нибудь сейчас... Да. Конечно, фантазия. Краситель. Перо, пшеница. И будет у нас, я не знаю, что. Хорошо. Потом бы не заблудиться, главное. Потому что зомбиков будет ого-го. Опа. Присели. Так. Опа. Тоже дом можно свой соорудить, кстати. А это что за такое? Опа. Ну-ка. Песок. Песочек. Ладненько. Это уже посерьезнее должно быть. Это что? Гравий. Хорошо, забираемся туда. Потому что мне очень интересно, что там будет. Как мы будем выживать. Ту-ду-ду-ду-дум. Пам-пам-пам-пам-пам. Ой-ой-ой. А-а-а! Больно. А больно-то как. Немножко не так я хотел. Ну ладно. Нет, не упал. Придется вот так вот тогда подкопы рыть. Смотрите, мешает. Все-таки не так-то легко сюда забраться, я понял. О, я на дереве. А теперь просто. Вот так вот. Вот и мы наверху. Хопа. Опачки. Это лава.
В лаву нам, конечно же, нельзя падать. Так, как-то страшно мне тут. Я никогда не видел тут вулкана. Падать мне туда точно нельзя. Хорошо. Пока спокойно, мы что-нибудь такое интересное сделаем. Давай, давай, давай. Опа. Опачки. Вот и все. Нет, еще не все. Хопа. Не залезьте нам сюда, да? Вот так вот. Теперь меня хрен кто достанет. Хопачки. Даже не знаю, для чего я это делаю, но... Так. Смотрите, какое солнце. Квадратненькое. Ладно. Опля. Братцы, вы откуда? Кем будете? Рычащие такие... Слушайте, я вот не знаю. Курочки. Заколбасим? Курятинку? Нет? Не, все, надо валить, в общем. Валим, валим, валим. Не найду я сейчас свою, наверное, эту. Берлогу. Хотя нет. Вот сюда нет. Давайте новое сделаем. Быстро, 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 быстро. Вот так вот. Давай. Нет, 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 нет. Давай чем посерьезнее. Возьми в руки. О, отлично. Еще одно сердце потерял. Ёшкин кот. А сейчас же еще бригада зверей подойдет. Нет. Не ту я выбрал конорку. Хорошо. Так, курочек не трогаем. О, вот, спасибо. Ты мне показала. Смотрите, какая она хитрая, да? Иди отсюда. Ну все, вроде как бы. Вроде безопасное место, нет? Опа. Ломаем, 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 давай. Мне бы только выбраться. Блин, что ж так темно-то, а? Вот они, смотрите, ходят, ищут. Офигеть. Видите, как от лавы там светло. Я не знаю, тут какое-то оружие бывает вообще. Потому что я не знаю, как его делать. Земля. Хорошо. Если мы тебя берем. Гравий. Ладно. Так. Так. Ничего. Хрен с вами. Так. Нет, до сюда я не допрыгну. Придется спускаться. Опа. Прямо такая лестница в небо, да? Нам надо... О, кстати, у меня... Скоро он ей захочет. Хорошо. Иди сюда, зомби. С одним-то я вроде справлюсь. Эй, иди сюда. Эх, неудачно. Блин, как бы сзади не напали. Опа. Какой ж ты. Там еще взрывающиеся зомби. Ау-ау-ау. Тихо. Тихо, блин, отвлекает этот звук, который они издают. Думаю, что с других сторон. Опа. Что это? Так. Тихо. Что это такое? Гнилая плоть. Отлично. Мне еще не хватало света. Слушайте, нет, я думал, светает, но нифига. Хорошо. Как-то боюсь я спускаться на самом деле, потому что там будет их очень много. А здесь-то парочку, если дойдет, я думаю, и все. Давайте сейчас проконтролируем тут. Так, что тут? Вроде никого нет. Опа.
зомби. Торпится. И курица живая даже, смотрите, офигеть. Блин, ты какой, а? Твою дивизию. Надо его уничтожить. Какой неугомонный зомбяк. Скопытился, так. И так. Давайте я вот так сделаю. И все. Подождите, а надо было готово, наверное, нажать, да? Хотя нет. Нормально. Ну что, меня немножко тряхануло. И жизней у меня все меньше стало. Ну ладно. Ну что, барашки ходят? Барашечки. Мне надо походу покушать. Третье, да? Кушай немножко. Так, а жизни-то не прибавляются, что ли? Как-то печально. Где тут курятинка? Все. Офигеть. А вот что такое внизу какая-то зеленая полоса? Я не знаю, что это такое. Кто знает, скажите мне, пожалуйста. О-хо-хо-хо-хо, мне страшно уже. Мама! Пауки! Только не пауки. Так, 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 так. Вот здесь вот, по-моему. Мой домик. Хрен вам меня взять. Они могут подняться же, да? Твою медь, так и будет. Иди сюда. Нет, вроде не поднимается. Тут еще, по-моему, взрывается. Твою медь, а? Держи. Только нельзя сейчас умирать. Скопытился. Вот зеленую какую-то фигню. О, сзади. Шо, смотрите, какой, а? Хитрый-то. Так, подожди, подожди, подожди. Бокса 10 лет. Иди сюда. Да сдохни ты уже, блин. Во. Все получил. И плоть гнилую, которая мне нахрен не нужна. Так. Понятно. Вон еще один идет. Мама. Там паук где-то. Твою дивизию. Вот пауки серьезные враги, если честно. Я их даже... Ты откуда? Паучадинка. Все. Ах, как обидно, а. Ну что ж ты, блин. Завалили меня. Смотрите, там инопланетяне. Ладно. Бистро. А вот этих инопланетян еще можно завалить? Они-то посерьезнее враги. Иди сюда, глазастый. О, блин. Вообще, слушайте. Я не знаю, как их дробовика надо валить только. Мама, мама. Что это за звук такой? Нафиг. Что это такое было вообще? Иди отсюда, блин, это мелкие зомби, что ли? Офигеть. Ну и как мне с ними? Ну вот этих вот черненьких я точно не заколбасил. Ты кто? С луком, по-моему. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Ой-ё. Ух ты, блин. Подожди. Давай. Сейчас мы тебя заколбасим. Я правда... попался, да, который... Я хочу лук. Твою медь. Еще и вот эта вот шняга.
Точно без лука жить буду. Хопа. Ну иди сюда. Ой. Плыви давай. Подводный такой-то ниндзя. Где? Там еще и это, блин, чудовище. Ужасное было. В общем, заколбасил меня. К сожалению. Застрелен. Что ж ты, гадина такая. О! Люди в черном, иди сюда. Че это он там с чем? С луком, да? Вот этого с хрена надо завалить. Давай! Сдохни! Блин, ну и звук, а мне же звук-то... Иди отсюда, блин, твою дивизию, баран! Офигеть! Ну что ты прыгаешь? Ой, ё-моё, я боюсь. Блин, а я почти его завалил. О, кстати, смотрите, там лучники. Это они меня сейчас застрелят. Не подобраться, да, к вам? Хорошо. Я возродился. Я бессмертный. Надо тех... Я интересно, вот, если я убью лучника, мне лук-то дадут хоть, а? Туда я не пойду. А тут двое. Они друг друга расстреляют, нет? Ху. Увернемся. Ой, ё-моё. Смотрите, как они стреляют. Иди сюда. Ой, блин. Только не это. Они меня зажали, зажали. Зажали. Где? Где еще один? Ну, нафиг их. А, твою медь. Тони нафиг, тони. Давай, 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 немножко. Нет, только нет. Умер смертью храбрых. В общем, я даже не знаю, как с ними справиться на самом деле. Как-то все это опасно. Сейчас попробую еще. Смотрите, они бьются вроде, да? Точно. Тихо, тихо. Давай, убей его. Убей! Этого лучника. Так, хорошо. Повернулся. На скелета он не похож на самом деле. Так, а где тот зомби, с которым я бился, вот интересно? Он, походу, тоже скопытился, да? Ладно. Мы незаметно подойдем. Ага. Конечно. Эп-па-па-па-па-па-па. Иди отсюда, блин, короля. Больно. Еще больно. Уходим. Ну что ж ты, блин, такой. Гадина. Да что ж ты, блин. В общем, не получится у меня с ним побиться. Поджопников надавал мне. Ну нафиг тебя. Пошел в спокойный уголочек. Не знаю, спокойный ли он. Бамбук, что ли, какой-то? Так. Ломай, ломай. Так. Ну что, что, давай, 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 давай. И не могу я запрыгнуть, в общем. Да. Лучше уж свалить отсюда. Но вот с этим лучником, конечно, у меня особые счеты. Ну ладно, хрен с тобой.
А почему вот он не исчезает на самом деле? Убьем его или умрем? Давайте. А где он? А где он? Он исчез. Все вроде злые эти духи, они исчезли, я так понял. Давайте я на тот остров перекочую. Получится у меня. Водяной, блин. Так. Давайте посюда. Блин, далеко же идти на самом деле. Что-то я вообще погорячился. Там еще какие-то кикиморы плавают. Но они вроде не агрессивные. Так что все равно лучше вот сюда вот. На бережочек. Привет, кальмарчик. Фух. Так. О, почти добрался уже. Ничего такого тут нет интересного. На самом деле можем под водой проплыть. Так. Там какое-то деревце растет. Что-то новое. Нифига. Хорошо. Смотрим сейчас, что это за местность. Кактусы тут, это пустыня, походу. Сейчас мы тебя... Ну-ка. Кактус, что из кактуса можно сделать? Сахарный тростник. Земля. Так, обратно отдай, отдай. Можем кактусом драться, кстати. Тут, наверное, свои какие-нибудь животные будут, чудовища. И кто тут, ящерицы какие-нибудь? Хотя хрен его знает. Пойдемте на эту горочку залезем. Я пока еще не разобрался, что тут надо делать на самом деле. Если кто знает, вы мне скажите. Потому что я не игрок Майнкрафт. Но мне бы хотелось знать. Опа. Такая пирамида, блин. Огромная. Оп-оп-оп-оп. У меня вот даже получается уже запрыгивать. Смотрите, как быстро темнеет. Я на вершину забрался. Офигеть. Так. Слушайте, так... понял. Они же меня это... Жизни садят, в общем. Ну что ж, друзья. Я помер. Притом помер сам. Это радует, что меня не убили. Вот такой Майнкрафт. Если что-то я не знаю, вы мне объясняйте, говорите. А в дальнейшем, возможно, я в нее дальше буду играть. Ну, всем спасибо, кто меня смотрел. Кому нравится, пальцы вверх, комментируйте. С вами был Михаил. В скором видео будет живая сталь. Всем пока, друзья.